Ты до сих пор смотришь видео без подписки? Не, так не пойдет. Спускайся вниз под видео и делай красную кнопку серой. Сделал? Спасибо тебе. Переходим к видеоролику. Всем привет, с вами Избан. Сегодня я вам покажу новый офигенный скрипт для симулятора Робзи. Для этого, как всегда, нам потребуется щит. Он у меня уже скачан. Также ссылочка на него будет в описании. Вот так он выглядит. Это уже обновленная версия. В принципе, стало красивей. Довольно. Теперь смотрите. Зашли в игру. Нажимаем Inject. И ждем, пока заинжектится. Все отлично. Иконка появилась. Это хорошо. Значит, инжект прошел. Теперь вставляем вот сюда скрипт из описания. И нажимаем Exclude. Так, что-то не сработало, давайте еще раз. Вот, все, появился, отлично. Вот такой у нас скриптец, в принципе, неплохой. Тут, конечно, мало функций, но они все основные. Давайте начнем, наверное, с самых простых. Это получается скорость и прыжок. Бегаю, вот как видите, я по обычному и прыгаю тоже. Значит, делаем скорость на 200. И смотрите, как я стал быстро бегать. Так, и вот прыжок, смотрите. Стандартный прыжок. И делаем на 200. И смотрите, как я высоко прыгаю. Я могу вот даже вот сюда залететь. И вот тут чисто стоять. В принципе, прикольно. Ага, я так понимаю, я застрял. А, нет, все отлично. Так, все. Нифига себе, скорость такая большая, что аж упал. Так, давайте, в принципе, теперь проверим автооткрытие. Так, сейчас я вам покажу. Вот у меня только вот эти два пэта есть. Значит, заходим в X, потом нажимаем сюда, немного подвигаем и выбираем первый тир. Я пока что на первом тире покажу. Стоит 800 монет. И нажимаем вот здесь галочку. Как видите, деньги тратятся. Все отключаем и давайте посмотрим. Вот, они выпали, эти пэты, как видите. Их можно одеть, если хотите, можно даже удалить. Также давайте, в принципе, сейчас откроем 3 яйца новых. Которые за 55 миллионов. Значит, выбираем здесь 6-й тир. Опять немного подвигаем. И ставим галочку. Ну, как видите, все монеты потратились почти отлично. Значит, яйца открылись. Так, вот такие поэтому не выпали. Угу. Самый крутой вот этот. Офигеть, у него, конечно, статы. Вот этих, получается, сразу можно удалить. Все, а получается вот этого и вот этого мы с вами одеваем. Все, ну и теперь, в принципе, самые основные функции. Заходим сюда. Здесь у нас автофар, автосейл, автореберс и enter all codes. То есть, получается, все коды, которые существуют, они у вас автоматически все сразу активируются. Так, давайте начнем с автофарма. Включаем. Как видите, у меня моментально за одну секунду забился рюкзак. Кстати, давайте глянем, может быть, у меня на новый рюкзак хватит. Так, сколько он там стоит? Ага. Так, значит, у меня, получается, хватает на вот этот. Отлично. Покупаем. А, стоп. Извиняюсь, перепутал немного. Так, отходим дальше. Так, 7 миллионов, чуть-чуть не хватает. Ладно, давайте автофарм включим. Ну, как вы видели, за несколько секунд, буквально за 2-3 секунды я нафармил больше 15 миллионов. Отлично. Так, может быть, у меня на этот хватит? Да, хватает. Отлично. Давайте его тогда купим. Все, готово. И теперь у меня рюкзак на 1800 вместимости. Отлично. Так, ну, и включаем автосейл. Как видите, все продается, все отлично, все работает. Уже 100 миллионов, буквально прям за несколько секунд. Все очень быстро делается, это круто. И включаем автореберст. Конечно, может кикнуть, но по идее не должно. Так, ну как видели, меня не кикнуло, отлично. И автореберст сработал. А также кнопочка ввести все коды у меня уже не будет работать из-за того, что я ее проверял. Но если вы еще коды не вводили, она у вас будет работать. Так, ну, в принципе, на этом у меня все. Как обычно, с вами был Избан. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи и пока.